это правильно, что это принимается к сердцу, или надо этим бороться? В основном мне говорят, что проблема в этом, то, что я принимаю это близко к сердцу, если даже это мелочи. Но я не вижу в этом мелочи, для меня это как бы большая проблема. Но когда меня успокаивают, это же мелочи, я обращаю внимание. Из-за этого мне как постоянно нервничаю. Любовь состоит, отношения состоят из мелочей. Женщина, она предназначена для отношений. Я не могу сказать, что да, вам надо сейчас избавляться от этой мелочей этих, не замечать мелочи. Я не хочу вас в мужика превращать, я не буду. В женщину. Женщина означает сердце, означает видение тонкости, мелочей. И то, что вы видите эти мелочи, это, естественно, будет вас приводить к беспокойству. И поэтому женщина должна видеть мелочи и должна просить помощи от беспокойств. Она должна иметь защиту от беспокойств и должна видеть мелочи. Потому что если женщина не будет видеть мелочи, тогда кто их будет видеть? Мужчина не видит мелочи. Дети не понимают мелочи. Пожилым людям уже не до мелочей. Как бы, кто будет их видеть? Спасибо. Ну, то есть, надо каждый свою роль выполнять в жизни. Нужно учиться быть самим собой, и женщина должна всегда искать прибежище у старших, у Бога, у молитвы, чтобы успокоиться, снять с себя наваждение, вот это напряжение.